Ну вот такая вот погодка. Абсолютно свободная ход велика по льду. Ну, еще раз повторяю, середина января, снега практически нет. Лыжи откладываются. Ну, это велик просто спасает план добраться до 4-го маршрута. Очень интересно. Это сейчас проезжаю, ну, приблизительно это 2-й маршрут, то есть это где-то, наверное, 5 километров отъехал от школы английского языка Пушкина. Может быть, чуть больше. Ну, что сказать. Велосипедист с большим стажем. Очень большим. Наверное, больше 50 лет кручу педали. Ничего подобного человечество еще не придумало. Нет пока достойного конкурента. Ну, а изобретение зимней резины для великов, ну, это отношу к такому глобальному продвижению. Это, знаете, как выход нового Windows. Потому что вот горочка вся покрыта льдом, да? Ну, как-то так вот на нее раз и залез. На нее зайти пешком не так просто. А тут совершенно без проблем залез на горочку и покатились. Ну вот, сейчас тот мостик, на котором я уйду влево, в лес. Наверное, 3 километра через лес выйду, надеюсь, к воде. Просто шокирован был. Просто шокирован был неописуемой красотой. В прошлый раз ни разу не удавалось дойти летом на 4-ку. Ну, когда-то раньше было. А тут зимой дошел. Ну, вот этот мостик. See you, bye, Alex. Еще камеру пока не выключаю, вот держу ее здесь. Вот так хорошо, так красиво. Вот такое спокойствие от этой красоты. Вот от этих маленьких болотц. Вот. Вот еще один виадук. Практически въехал в лес. Там, правда, он по пути станет в 3 раза погуще и помощнее. Окей, до встречи.